В настоящее время внедрены современные методы ускоренной диагностики туберкулеза, что сократило его сроки с 3 месяцев до 2 часов с помощью аппарата GenExpert. Передовые инновационные лабораторные технологии позволяют оперативно выявлять болезнь и устойчивость к многочисленным лекарствам. В итоге пациенту вовремя назначается необходимое лечение. В настоящее время аппарат GenExpert применяется во всех регионах Казахстана. В нашей стране на пути с туберкулезом существует национальная стратегия и программа здоровья. В целях сдержания эпидемиологической ситуации и снижения уровня распространенности в 2020 году количество новых больных на 100 тысяч населения не должно превышать 50. В 2025 году распространенность не выше 50. Цель в идеале снизить смертность от туберкулеза до нуля. Национальные стратегии в нашей стране позволяют снизить эту болезнь. В период развития программы здоровья и реализации государственной программы была сформирована новая модель контроля туберкулеза на 2016-2025 годы. Данное новшество позволяет облегчить работу специалистов сферы здравоохранения. Теперь у них есть возможность отслеживать больных с помощью смартфона. Больные, получающие лечение в домашних условиях, выходят на видеосвязь, отчитываются о своевременном приеме лекарств. Одной из мер профилактики туберкулеза это является вакцинация детей новорожденных в роддоме. А также одной из мер является это прохождение ежегодного профилактического осмотра, то есть флюорообследования. Несмотря на проводимую совместную работу с лечебной сетью, государственными органами, у нас на сегодня имеются случаи отказов от вакцинации. И мы хотели бы призвать родителей, в основном это, чтобы они не отказывались от вакцинации детей в роддоме, поскольку это в будущем влияет на здоровье своих же детей. В Казахстане созданы все условия для бесплатного лечения туберкулеза. Для победы над недугом требуются не только усилия работников здравоохранения, но и высокая активность и социальная ответственность всего населения. Нурсултан Ибраев, Бауса Жаксыбаев, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокши Ахпарат.